Че, красотка готова? Она уже... О, отмычка. Готова это самое отправиться в очередное путешествие. Как эта штука-то называется? Гондола. В очередное путешествие на гондоле, короче. Готова? Присаживайся поудобнее. Поехали. Invented the technology that allows the city to fly. В этот играет. Quantum particles, suspended in space-time at a fixed height. So, not giant balloons? But the thing is, my book said they disappeared several years ago. I told you they'd come. No, you didn't. Right. I was going to tell you they'd come. Oh, you didn't. But I don't. You sure that's right? Something tells me they're not exactly what they appear. I was going to have told you they'd come? No. A subjunctive? That's not a subjunctive. I don't think the syntax has been invented yet. It would have had to have been. Had to have had been. I can't be right. They seem to want help. They seem to be out of their mind. Какие сиськи у него, да, клёвые? Might that we sometimes... Finish each other's sentences? Exactly. It would be odder if we didn't. How do you suppose they manage that? Они маги-волшебники. Ну, а можно еще нажать. Смотрите, можно обратно поехать. Давайте, а если интересно, если спуститься, что будет? Обратно поехали. А эта дверь не открывается уже почему-то? Когда я смотрел прохождение на компьютере, то тут у нее было такое выражение лица, удивленный рот такой приоткрытый, типа... Такая задумчивая, ну не задумчивая, а удивленная такая была. Вот, а тут сейчас она спокойная. Прям реально такое выражение лица, знаете, что это такая, знаешь, удивленная такая. Вот. А видите, их уже нет, они исчезли. Я не знаю, нафиг мы обратно едем. Какой смысл вообще в этом? Вот, а здесь почему-то... Обычное лицо у него. То есть, может быть, они в компьютерной версии больше ей добавили анимации. Как я и говорю, она некоторых фраз тут не говорит. То, что она говорила в компьютерной версии. Вот, и вот анимация у нее тоже, видимо, не знаю. Может же быть такое, да? То, что на компьютере больше. Ну и что, приехали обратно. Не знаю. Я просто решил проверить, а что будет, если спуститься? И ничего, блин. Какая-то тут серьезная. Главное, у меня сейчас оружие недоступно, я ничего не могу сделать. Тоже посижу тут. У нее голова, да, чересчур. Чересчур большую голову ей сделали. Здесь голова больше, чем туловище. Толще. Не очень-то и красиво. Это девушка такая с большой головой. Умная, наверное, слишком. Это, наверное, от того, что у нее спецспособности. Поэтому и голова большая. Что, поцеловаться хочешь? Так близко подходит, она обычно так близко не подходит. Какая-то песня там играет. Так, сейчас будут придурки
Что бы на них использовать? Давайте я ворон давно не использовал. Ворон и вот эту штуку. Если у меня получится их скомбинировать. Потому что надо быстро делать. Ой, да эта фраза меня уже заебала. Она в игре 100 раз повторяет. I'm guessing you didn't want to be cloned. Maybe you have something in the works to make you a Guyu. Like what? I think it's best we go find out. No. Вот опять у меня 1000 баксов. Я говорю, денег дохуя, а что на этой стороне? Слышите песни? Сейчас тут будут враги, и я хочу попробовать эту комбинацию. Тут, кстати, несколько разных комбинаций есть. Вот я знаю, можно ворон комбинировать с этой хуйней. Потом можно электричество, по-моему, комбинировать и с этим, что ли. Потому что это вода, а это электричество. Понимаете, да, что будет? По-моему, так. И еще, я точно вот не помню комбинации все, но их можно найти в интернете. Или в гайде. Хотя я его не смотрел. Во, они там ржут. Ржут. Ну, по идее, нужно, короче, пускать ворон и потом бросать эту фигню. И вороны будут гореть и больше повреждений наносить. У меня, видите, по-моему, не получилось. Нужно быстрее просто на кнопки нажимать. Всех вас обыщу и все вещи заберу. Ус! Чё? Oh. Чё, бэйби? Сейфик. Во, еще один раз я получу эту хуйню. Я, кстати, отмычек же купил, да? Много, поэтому у меня еще 25 штук. Это всю игру, вот все, что в игре осталось открыть, мне этих отмычек хватит. То есть мне даже не нужно будет их искать. Понимаете? То есть, как бы все, что в игре можно открыть будет, еще, у меня все, хватит уже их. Я уж просто их накупил себе, но они дешевые, в принципе. О, что тут у нас? Hailfire. А, это типа гранатомет, но улучшенный. Ой, блядь! Они отскочили, видели? Они прям от стенки отскочили, прям сюда. Смотрите, 25 патронов у него. Нет, я карбином... Я вот хочу карбином и вот этим. Hellfire. Хорошая, кстати, да? Во-первых, обычный гранатомет, он достаточно мощный. А этот аж по несколько гранат выстреливает. Вообще пипец. Пипец, трындец, пиздец. Не то... Не ту штуку взял. Пиздец. Так, давайте что-нибудь еще тогда прокачаем, денег-то дохуя. Значит, пистолетом я 100 пудов не буду пользоваться. RPG говно, снайперка тоже. Дробовик, волейган, шотган, снайперка. Хэндкэнон. Барстган. Что это можно качнуть? Пистолет опять, машинган, снайперка, репитер. Репитер можно качнуть. Хитер, RPG, хэндкэнон, шотган. Ну все.
Что тут, деньги? Я же вроде брал. Мне казалось, я брал стопудов. Ну ладно. Чик-чик-чик. А, ваксофон. Точнее, послушать, а не посмотреть. Я-то вижу. А, я вижу, да, вижу, смотри, охуенно. Теперь послушай. Мистер Комстар, when we next meet, it won't be to parley. Тут еще отмышка. See, I went out to that hall of heroes to scalp your false shepherd for you. Turns out, though, DeWitt speaks Sioux. He helped me to swap words with this crippled child I've been, looking after. Now, after hearing how the kid has fared in your city, I'm thinking when we take your pal, I'll let him hold the knife. Сейчас много всего будет, смотрите. Тут, например, нужно идти туда, да? А можно, короче, тут еще в комнату войти. Плюс можно еще дальше туда пройти. А, сюда дальше нельзя. А, вот это сейчас будет тоже комната большая такая достаточно. Вот давайте сначала здесь все посмотрим. Сейф, например. Пока она его открывает, посмотрим, что тут. Вот, получили. Так, и чё, тут только соли, которые чё-то не берутся у меня. А вот, взялись. Хитр. Так, значит, это была такая комнатка, да, сбоку? Сайдрум такой. Так, теперь пошли сюда. Ага. А туда нужно по прохождению идти. Так, сейчас будут чуваки тут, типа бар, что ли? Да, вон они уже. Хо-хо. Видите? Музычка играет прикольная. No one escapes, motherfucker. Все разные. Да, я почему еще ачивмент не получил? Потому что за оружие, убивать оружием. Потому что я в основном немножко постреляю, подхожу и добиваю рукой. Поэтому, а нужно именно оружием добивать, убивать оружием. Вот, а так как я добиваю рукой, это не считается, что я убил именно оружием. Поэтому мне не дают пока. То есть вот как я сейчас его застрелил, да? Вот так надо убивать именно оружием. Ну просто я патроны не хочу тратить много, да? Потому что карабины их не так много. Вот, поэтому я не хочу особо тратить. Поэтому я убиваю рукой. Вот, ну чтобы получить ачивмент, нужно, конечно же, обязательно убивать так оружие. Так. Пиздец. Ну, я не знаю даже, блин.
Хотя вот это у меня сейчас стоит. Я вот это уверу точно. 60% critical hit. Ну это... Вот это... Хотя это редко. Это мы же редко пользуемся-то. Зачем вот это брать? Skyline. Мы редко на них катаемся. Вот когда они будут, и когда будет много врагов, тогда можно будет это поставить. Поэтому пока просто возьмем. То есть, да, вот и это нужно ставить именно на тех аренах, когда будет на чем кататься. То есть, туда есть определенные зоны, где вот эти рельсы и враги. Вот именно тогда эта штука и подойдет. А если рельсов нет, то нахуй она нужна. У нас вся семья такая, блин. Тридцать один. Я примерно говорил то, что я найду, может, из 37, 32 или 33. Но тут, похоже, я все найду. Тут что, RPG. И золотой это слиток, точнее, серебряный. Ну, все вроде тут. Так, достаточно спокойно, да, тут пару врагов было и все. Так, вроде все тут осмотрели. Оттуда пришли. Так, все. Fireman, be careful! Fireman. Моя пушка сейчас его убьет, смотри. Нет, он пушку убил мою. Это самое. Я хочу в него... Давайте его попробуем вот этой штукой замочить. Как я патриота мочил. Где он? Вон он. Не знаю, убил я его, нет? Нет, не убил. Не, эта штука на него плохо действует, смотри. Тогда лучше его током ёбнуть. Нет, эта штука на него плохо. Дурак, да, какой-то? На. Пушку мою замочил, сука! Так. Значит, смотрите, как интересно. Вообще, Fireman, он слабее, чем Патриот. Но Патриота та штуку быстро убивает, а его нихуя. Так. Какое барахло. Ой, нет, ну блин, не нужны. Я в принципе могу и не брать.
Просто я беру, потому что как бы... Ну дает, ну и дает, ну и чё. Уж бы она мне дала не внимание, а... Чего? Что-нибудь другое, поинтереснее. Ammunition. Ну тут пока все одно и то же, да? Позже появится что-то действительно хорошее. Так, вот сейчас там тоже враги будут. Это и не удивительно. Вон они. Уж капе на корни! О, патриот, сейчас мы его этой штукой. Сейчас это самое. Сначала мы вот эту поменяем на вот эту. Потом обычных чуваков замочим, а потом патриота. Или как? Где патриот? Куда он ушел? Не вовремя ты. Бля. Нихуя себе, у меня опять жизни нет, смотрите. Пиздец какой-то. Вообще какой-то бред. Я что-то торможу сегодня, а? Блять, это не то. Аптечку бы купить. Блять, а вот дерьмище. Где тут аптечки продавались? Тут какой-то автомат был с аптечками. Что-то я сегодня вообще хуёво как-то у меня идет, а? Во! Да, спасибо, я как раз потратил на аптечку. И тут она мне дала. Вот еще аптечки как раз тут находятся. Я просто не вижу, где патриот. Он меня мочит, а я его не вижу. Нужно его убить делать. Вон он далеко как стоит. На, сука, на! Вот так нахуй. Так, сейчас вниз. Так, все, с патриотом разобрались. Не знаю, короче, ладно, давайте это возьмем. Бля, опять перезаряжается. Куда они бегут? Смотрите, они убегают от меня. Испугались, что ли, нахуй? Блядь. Да, хуёво я сегодня не играю, вообще пиздец. Сейчас мы обойдём вот так. Как раз.
Так, нахуй. Пиздец, я сегодня играю, как, а? Если бы, блядь, сейчас был бы ближе к концу игры, меня бы уже давно бы завалили, нахуй. Ой. Могу в этой комнате тупо сидеть, короче, и все. Протечка тут, ребят, вызовите этого самого ремонтника, короче. Сантехник-ремонтник. Тесла. Тут как раз были аптечки. Они еще не сдохли. Пошла твоя Дейзи нахуй, понял? Во, 80 из 100. По-моему, это за то, что я карбином убил. Опять, господи. Так, чем я там фаермена мочил, я уже забыл. Электричеством? Или нет? Давайте попробуем электричеством. Пиздец, там их дохуя еще. А, его бьет эта Тесла. Вот тебе электричество нахуй. Тесла, сука. Готов. Сейчас взорвется. Его как раз Тесла мочила электричеством. Это мне не нужно. Лучше уж Тесла. Ой, ах ты, я хедшот поставил ему, охуенно. Редко хедшот ставлю. Еще один фаермен, что ли? Пиздец, еще один. Готов. Все, сохранение. Жесть, да, вообще, бля, пиздец. Два фаермена. Вот это было, блядь, это самое. Конечно, неожиданно совершенно. Я вообще такого не ожидал. Ладно, давайте я тут сейчас видео остановлю. В следующем видео, уже тогда эту комнатку обыщем. Уже врагов всех перебили. Вот, обыщем комнатку и пойдем дальше.